Следующий класс – бэйби и суки. Это также детки от 3 до 6 месяцев. Здесь заявлено намного больше экспонентов. 15 щенков, 15 бэбиков по каталогу. Сейчас мы посмотрим, сколько сегодня пришло. Собак в ринге. Номера 112 Анвол «Осенняя сказка», 113 Анвол «Россия.ру», 114 Анвол «Сакура», 115 Анвол «Тальянка», 116 Анвол «Тирамису», 117 «Ансека Галия», 118 Гордонс Шелл «Марусия», 119 Гордонс Шелл «Мармелайт Скайс», 120 Джорджия Кенти Лайн из Ангарии, 121 Линвунд Дзенсин Куин, 122 Роксана Диас из дома Венгрии, 123 Рому Шнейдер из дома Венгрии, 124 Соня Рикель из дома Венгрии, 125 Still Life Бергамская, Бергамаска for Ангария, 126 Эль Джахан Серафима Прекрасная. Такой многочисленный класс таких малышей. Желаем удачи, отличных оценок. Сейчас эксперт смотрит группами по 5 собак, смотрит их в движении. Потом будет смотреть каждого отдельно. На столе номер 112 Анвол «Осенняя сказка». Следующий номер 113 Анвол Россия.ру. Мне явно нельзя смотреть этот ринг, потому что иначе я уйду со щенком. Номер 112 оценка перспективный.
Номер 113, оценка перспектива. Номер 113, оценка перспектива. На столе номер 114, Андвол Сакура. Малыши в этом возрасте еще крайне любознательны, веселы и активны. Очень важно в этом моменте не упускать внимание к воспитанию, к дрессировке щенка. Тогда он вырастет прекрасным другом, активным, веселым, игривым и послушным. Номер 114, оценка очень перспективный, поздравляем. Андвол Сакура. Сакура. Сейчас мы смотрим в движении номер 115, Андвол Тальянка. Она рождена 28 декабря 2016 года. Еще тоже совсем малышка. Номер 115, оценка очень перспективный. Оценка очень перспективный. Уважаемые участники, после экспертизы на столе делаем треугольник. Номер 116, Андвол Тирамису, оценка очень перспективная. Тоже совсем еще малышка, но такая любознательная и веселая. Но очень красивая. Сейчас мы смотрим экспертизу 117 номера, Анцека Галия. Малышка рождена 11 декабря 2016 года. Напоминаю, что время идет экспертиза сутки 2 дня. Номер 117, оценка очень перспективная. 117, оценка очень. И мы наблюдаем Гордонс Шелма, Русия, номер 118.
Эксперт смотрит собак в движении по треугольнику. Так он может увидеть движение собаки со стороны и от себя, и по движению к эксперту. Номер 118, оценка перспективная. Спасибо большое. И на столе у нас Gordon's Shell Marmalite Skies, номер 119. Номер 119, оценка очень перспективная. Собака остается в расстановке и может побороться за призовое место. Эксперты обязательно смотрят прикус, строение тела, качество шерсти, развитость мускулатуры, ну и, конечно же, психику. Корги — это все-таки овчарки, пастушки, собаки. Поэтому, конечно же, очень важно, чтобы это были уверенные в себе животные. Номер 120. Джорджия Кентли Лайн из Ангарии. Оценка очень перспективная. На столе номер 121. Линвунд Дзенсинг Куин. Номер 121. Линвуд Дэнсинг Куин. Оценка перспективной. Ну а сегодня все наши малыши, которые не попадут в расстановку, обязательно получат поощрительные призы. Малышка явно не согласна с мнением экспертов и не хочет покидать ринг. Но все еще впереди. Это только класс бейбиков. Номер 122. Оценка очень перспективная.
конечно, щенки будут еще развиваться, расти. Третий получает оценку очень перспективный и продолжает бороться за призовое место. Роми Шнейдер из дома Венгре. Эксперт осматривает собаку под номером 124, Соня Рикель из дома Венгре. Количество участников выставки становится все больше и больше. Сегодня нас ждет очень творческий, интересный конкурс костюмов. 124 получает оценку очень перспективный. Соня Рикель из дома Венгрей. И ждем ее на финальном сравнении в этом ринге. И также будет в перерыв, вы сможете увидеть выступление по фрисби, наверное. Посмотрим, что у нас будет. Эксперт осматривает номер 125, Still Life, Бергамаска фон Ангария. Номер 125, оценка очень перспективная. И оценка очень перспективная. Последний участник данного класса был достаточно большой класс для таких малышей. 15 собак в ринге. Очень сильная конкуренция. И скоро мы узнаем, кто же станет победителем и кто войдет в расстановку. Приходится сдерживать свой щенячий пыл и идти ровной рысью. Ну, конечно, для таких малышей это непросто, потому что они хотят все время рваться вперед. Выставки в этом возрасте – это очень важный этап социализации щенков, приучения их к людям. Номер 126 получает оценку «Перспектива». И сейчас мы узнаем, кто же займет призовые места. У нас 10 собак с оценкой очень перспективной. И сейчас эксперт должен будет отобрать 4 участников. Номер 123 выходит на сравнение. 115.
Андвол тирамису... Ой, Андвол тальянка. А 123 это Роми Шнайдер из дома Венгре. Номер 122. Прием, пожалуйста, номер 122 и 120. А все остальные проходят за поощрительными призами. Все большие молодцы. Очень много хороших оценок в ринге. Номер 122 это Роксана Диас из дома Венгры. Номер 120 Джорджа Кентли Лайн из, из Ангарии. Эксперт снова хочет посмотреть собак в движении. Итак, номера 123, 119, 122 и 120. Тоже. Итак. Волнительный момент. Пожалуйста. Эксперт затрудняется с выбором. Потому что, конечно, все наши малыши прекрасны и удивительны. И сейчас мы узнаем результаты. Кто же будет первым? Так, номер один у нас номер 123, Роми Шнайдер из дома Венгры. Второй номер, к сожалению, пропустила. Номер третий, 120, Джорджия Кентли Лайн из Ангарии. И 122, ой, номер 4, это номер по каталогу 122, Роксана Диас из дома Венгры. Четвертое место. А второе место у нас... Сейчас мы сравним бейбика Кобеля и бейбика Суку и выберем лучшего бейби нашей выставки сегодняшней. Он уже в ринге и готовится сразиться. Сейчас мы сравним, когда эксперт закончит описание, мы сравним Кобеля Бэйби Лин Вуд Даст из The Wind с победителем класса Сук Бэйбиков. У нас Роми Шнайдер из дома Венгры. Сейчас эксперт встал возле победителя ринга для фотографирования. Мальчик
И мы смотрим. Сейчас эксперт будет сравнивать победителей каждого класса, чтобы выбрать лучшего бэйби нашей выставки. Ну, через буквально пару минут все решится. Эксперт опять-таки смотрит малышей в движении. И лучшим бэйби нашей выставки становится номер 123 Роми Шнайдер из дома Венгре. Поздравляем! Конечно, это очень волнительный момент, и поздравляем и заводчика, и владельцев, и хендлера этого собаки. Заводчик Венгре Венгерова, владелец Комова. Принимайте наши поздравления. Теперь эксперту нужно подписать дипломы, поэтому у нас есть небольшой перерыв.